Всем привет! Это Толерок. В Store существует дофига игрушек и приложений. Большинство из них шлак. Наша задача разобраться в этой куче говна и выбрать лучший аппликейшн. Между прочим, у владельцев андроидофонов, у этих жадин, которые не могут потратиться на нормальный телефон, у них полно видеоблогов, которые делают обзоры на их программы. А у нас нет. Короче, мы вернулись. И теперь мы будем рассказывать о самых кайфовых приложениях и игрушках из App Store. Та-та-та-та-там-та-та-там-та-та-там-там. Первым на повестке дня сегодня будет приложение Autodance от компании Ubisoft. Принцип работы следующий. Снимаешь 4 кусочки видео, программа его монтирует, получается клип. Звучит так же тупо, как выглядит процесс создания видео. Но! Не торопитесь делать выводы. Смотрите, что получилось. Непонятно как, но с помощью какого-то хитровыдуманного алгоритма программа ритмично монтирует между собой кусочки видео танца гиббона во время брачного периода. По-другому это никак не назовешь. На выбор есть несколько вариантов музыкального оформления. За кровные фантики можно купить еще полсотни развеселых треков. В итоге имеем очень веселую развлекуху идиотического характера для большой ебанутой компании с хорошим чувством юмора. Оценка игре хороший. Идем дальше. GTA 3. Кто не знает, как расшифровывается эта аббревиатура, тот либо малолетняя школота, либо недоделанный андроидофон. Так версия на андроиде тоже есть. Заткнись! К 10-летнему юбилею третьей части Rockstar сделала подарок всем любителям серии и выпустила версию для мобильных платформ. Чуваки, вы понимаете, что то, что дико тормозило на наших дорогущих компьютерах 10 лет назад, сейчас летает на вот этой пластмасске? Поаккуратней в выражениях. На вот этом прекрасном девайсе. Игрушка полностью повторяет классическую PC-версию 2001 года. Тот же сюжет, те же персонажи, та же физика. И если устарелость всего этого нисколько не смущает, потому что так хорошо проработанных сюжетов и миров на мобильниках днем с огнем не сыщешь, то к удобству управления есть большие претензии. Перестрелки превращаются в сущий ад. Чувствуешь себя дебилом, у которого в руках шестиствольный пулемет. Стреляй в меня. Ты сможешь? При управлении машиной складывается ощущение, что можно крушить здание. Не протаранить что-нибудь очень сложно. О! Ебать! Провалено. А если за тобой гонятся гнусные? Легавые? Ой, две звезды. То в ближайшем времени твой герой умрет. Смерть будет вызвана неудобным управлением, плохим обзором и невозможностью по-человечески прицелиться. Будь пофиг. Ты не в того стреляешь. Все, патроны закончены. Одним словом, круто, что Rockstar на волне хайпа по поводу десятилетия игры выпустили мобильную версию. Но $7 такое управление явно не стоит. Офигеть, я только что облил говном самых крутых игроделов в мире. И третьим смертельным номером нашей программы становится Reckless Racing! Reckless Racing 2. Скажу вам честно. Нет, не скажу.
Скажу вам честно, гонки для айфона мне никогда не нравились. Физика – фигня, графика – мура, управление – сами придумайте какое-нибудь ругательство. Но когда я засел потестить игру в ванной... Да, я играюсь в ванной. Для этого и купил телефон. Когда-то из-за игр меня выгнали из института. Так вот, когда я сел потестить игру в ванной, то вышел оттуда через 2 часа с обвисшей от воды кожей и размокшими пятками. Чуваки, игра реально злая. Именно поэтому у нас существует рубрика «Злых игр». Игр, которые безжалостно уничтожают ваше время. На первом чемпионате все кажется простым и примитивным. Но спустя 5-6 гонок происходит следующее. Сука, не подрезай! Стоять! Вот на грунте научишь ездить! Графика, физика, управление – все на высшем уровне. Чем дальше продвигаешься по веткам чемпионата, тем сложнее становятся соперники. Сложнее понять, что дальше апгрейдить, какую точилку купить следующей и где на все это взять виртуальных денег. Спустя 3 недели вы обнаружите, что от вас ушла жена, вас выгнали с работы, и холодильник уже очень давно пуст. Но это не играет никакой роли. Ведь теперь вы чемпион мира в категории Reckoning Racing 2. С вами был Хороший, Плохой, Злой. До встречи через неделю.